Друзья, привет всем тем, кто сегодня залетел на мой канал посмотреть видосик. Меня зовут Никита. Это канал Nick USA. Мы находимся в США, во Флориде, город Джексонвилл. Посмотрите, какие пальмы. Мы приехали в очередной район для установки бассейна. Район очень наблатыканный, из-за этого здесь куча правил. Нельзя ничего разбирать, ничего ломать, ничего портить. Но вот так вот мы выживаем в американских условиях. И сейчас мы будем заниматься установкой нового бассейна в новом районе. Погнали смотреть с вами, куда мы приехали, что мы будем делать. И давайте насладимся видосом вместе. Погнали. So that's what he was saying, was when he talked to the HOA, they may not. But I think if we only needed it for today and tomorrow, so the pool showed up, then... Друзья, находимся в таком дворике. Сейчас вот это все сносим, и здесь будет стоять бассейн. Завезли уже экскаватор. Разметили такими палочками. Это новый вид оборудования. Разметочные бревнышки называются. Вот, кладешь бревно так, значит, направление туда, кладешь бревно так, значит, сюда. Все очень легко. Поэтому, друзья, приступаем. Сейчас помажем тракторец, потому что не помажешь, не поедешь. Санек попер за бобкетом. Вот, а я остался тут сам выживать какое-то время. Подвезли щебеночку на раздельном кузове, который может разные материалы возить. Я вам когда-то показывал. Все, щебень на базе, ждем санька с бобкетом. Ну а мы продолжаем рыть. We found a monster on the job site today. Сегодня нам хотел помешать работать вот этот монстр. Хотел сбить нашу работу, но Ник его словил. Good, it's a monster. Good barbecue. Thank you.
Завершился наш рабочий день на сегодня. Яма готова. Завтра ожидаем бассейн. Бассейн должен приехать часиков два, наверное. Вот, и будем ставить. А сейчас едем отдыхать. Сейчас у нас часика где-то 4, я думаю. Второй день. Ждем кран. Уже привезли материальчик. Ждем кран, бассейн. Сегодня, надеюсь, вкинемся. О, а вот и кран. Не успел я проговорить. А он уже тут. Теперь ждем бассейн. Просто. Так, посмотрим, что там наша ямка. Нету ли обвала и воды? Воды чуть-чуть есть, но не критично. Экскаватор не упал, тоже хорошо. А водички поднабрало. Ну что, бассейн вкинули, все нормально. Сейчас выставляем уровень. Параллели уже выставили, перпендикуляры. Вот, а сегодня ехали здесь на улице, сбили велосипедиста насмерть. И там его растращали по всей дороге, короче. Вот сейчас перекрыли здесь дорогу, а он там, получается. Нас тоже не пропустили, мы ехали, сказали, что вся дорога в крови. Его, видать, сбили и протащили там. Еще по дороге, может, какой-то пьяный ехал, я не знаю. И что интересно, я пытался дроном подлететь туда, но в полицейских машинах, похоже, стоят глушилки, и они глушат сразу. Ну все, друзья, на сегодня отпахали, установили его, чуть обсыпали. Вот, и сейчас двигаемся домой. Я еду до дому, до тебя до дому. Ну что, друзья, наступил день, когда нам нужно спаять трубы. Вы спрашивали там в комментариях. Я когда-то уже рассказывал, но здесь вот в Америке на вот такой клей все клеят. Сначала праймером проходят. И потом вот таким синим клеем, это специальный, для который не боится влаги, вот, и на него клеим. Так что погнали.
Дальше здесь ставим тройник, чтобы распределить давление между двумя форсунками. Можно и без него, но тогда давление будет разное. Лучше, конечно, распределить, тогда будет приятней. Наша бригада делает все на совесть. Все четко. Здесь я делаю через такой переходник, потому что в том месте выходит лампа, для того чтобы не пересекалось, все ровненько проходило. Немножко вывожу дальше форсуночки. Все, линия спаяна, и сейчас поведем ветку сюда, запитаемся в ту форсуночку. Ну и в принципе ветка подачи воды будет собрана. Вот буквально делается очень быстро, минут 15, и все готово. Также заложим коммуникации под фонтан, протянем скиммер, электричество проведем на фонтан и поставим здесь лампочку. В общем-то, по оборудованию здесь очень даже все просто. Ну что, друзья, коммуникации все на месте. Единственное, осталось электричество на фонтан подать. Вот, гляньте, три линии, как идут четенько. Все туда, тест. И пошла работа связиста. Раскатали бухту сюда. Сейчас все обсыпем и сделаем заземление вокруг. Запитаем к сетке, которая будет в бетоне. Вот, также... Для трамбовки в этот раз мы сделали такую палку, через которую льется вода. И ей, значит, вот так вот идешь вдоль бассейна, тычешь, и она сразу проливает, хорошо протрамбовывает. В принципе, сейчас все это засыпаем уже. И на сегодня, думаю, успеем. Так, ну что, попахали мы сегодня и подвели бассейн к инспекции. Сейчас где-то начало 5 у нас. В будущем потом вот этот канал, который выходит с крыш, чуть-чуть перенесем за территорию бетона и там трубу старую найдем, выведем. Вот, землю также будем в будущем вывозить.
бассейн набирается, все заземления на месте, давление держит, все проверили, протрамбовали нашей новой чудо-палочкой водяной. Все, едем отдыхать, напахались. Короче, народ, сейчас такая ситуация, 8:30 времени, и мы с 5 вечера грузим землю. Вот, наверное, отобьемся где-то в 10:30 ночи или вечера глубокого, как правильно сказать. Вот, а причина простая в том, что просто нету камазистов нормальных здесь. Те компании, с которыми мы работали, сказали, что в эти дни не могут, у них все занято. Вот, и мы там раззнакомились с одним хорошим пареньком русским, с Пашей. Вот, и он сказал, что после работы может залететь и вывести нам землю. Вот, и сейчас уже мы две машины отгрузили, сейчас ждем его. И еще машинку сегодня вкинем, и, возможно, еще завтра вечерком одну вкинем. Снимать уже не получается, потому что темно на улице. Такая безвыходная ситуация. Босс ничего не смог найти там по своим связям. Пробили по нашим связям, нашли паренька. В общем, вынуждены пахать сегодня до 11. Дома, наверное, в 12 вообще будем. Уже темнеет, но такая вот, друзья, ситуация нехорошая. Ну, ничего, работаем. Все, последнюю машину загрузили в потемках. Завезли гранатсев. Ну что, друзья, сегодня завершающий день на этом бассейне. Вчера мы до ночи возили землю. Осталось еще вывести один КамАЗ. Мы вчера откинулись в начале 11-го. В общем, сегодня допаиваем оборудование, заливаем бетон, раскидываем гранатсев и вывозим машинку земли. Вот, и на этом наша миссия здесь закончена. Единственное, еще непонятно вот с этой трубой, кто ее будет делать. Ну, возможно, ее сделают те, кто здесь ответственный за поливочную систему. Возможно, это они будут делать. Вот эта труба идет. Мы вчера по ней тут чуть покатались. Надо эту трубу будет соединить с той. Ну, посмотрим, кто это будет делать. Если мы, то сделаем. Так что льем бетончик, пока есть силы. Вчера до ночи мы слали, погнали. Так, ну что, друзья, залили бетон, получилось даже мощнее, чем обычно, больше, чем 30 сантиметров. Обычно мы 30 льем, но в этот раз помощнее получилось. Сейчас собираю оборудование, вчера ночью начал немножко собирать уже. Сейчас все это дело доделываем. Значит, сброс с фильтра мы подключили к сбросу с крыши. Вот там вот, если видно, чуть-чуть труба идет. И вот туда он за забор выходит. Сразу так сделали, чтобы не мочить потом участок. Вот, и вечером подъедет Паша. Опять после работы. Закинем ему последний КамАЗ земли. Разровняем гранатсев.
И наша задача на этом заказе будет окончена. Главное, чтобы дождик не пошел. Ладно, погнали. Заполняем фильтр. Все расклеиваем, подключаем. Ну а вчера, конечно, было тяжело. Мы до начала 11-го вывозили землю. Это все из-за нехватки камазистов здесь, в Америке. Поэтому, друзья камазисты, едьте в Америку, приезжайте в наш город. Есть работа. Покупайте себе грузовики. Все заняты. Нету вообще грузовиков. Ну что, друзья, вывезли земелечку, начался дождь, и главное в нашей профессии уметь импровизировать. Мусорный мешочек обрезал, красота. Ну а мы потихоньку грузимся уже в обратный путь. На этом заказе мы сделали все, что могли и все, что должны были. Посмотрите, земельку вывезли, оборудование спаяли. Вот, оставили ребятам гранатсев. Сейчас еще будем тут убираться. Но, в принципе, мы закончили. Новый дизайн дождевиков от канала Nick USA. Покупайте наш мерч в любых хостоварах. Прорезайте дырочки и носите. Ну все, друзья, мы вытащили опалубку. Все погрузили уже. Вот, на этом моменте мы здесь закончили. Дальше приезжают плиточники, все как обычно. И если вдруг я попаду еще сюда,
Я обязательно вам покажу, как получилось в конце. Но мы находимся от моего дома где-то 50 минут езды. Так что не факт, что я сюда попаду. Но если, еще включимся. А если нет, то, друзья мои, не стесняйтесь, подписывайтесь. Мы всем тут рады. Нас уже много. Пока, друзья. Ну что, друзья, как я и обещал, подъехали мы на финальчик. Смотрите, уже положили полностью плитку. Единственное, еще его не домыли. Еще будет мойщик приезжать промывать все, потому что после плиточников сильно садится пыль сюда. Ну а в целом, гляньте, красота какая. Уложили дренаж, вся вода сходит. Здесь перепаяли ребята трубу. Вот. Все уже, бассейн готов к эксплуатации. Сюда тоже вот дорожку вывели, посмотрите, можно и в сарай подходить спокойно по плитке, и выход. Землю вывезли мы очень точно, смотрите, лишней нету земли, буквально надо только сюда будет подстелить. Но когда трава ложится, у нее там есть определенный слой, поэтому идеально с землей вышло. Все здесь примыкания, то есть видите, все сливы. Все супер. Вот оборудование уже в готовом рабочем виде. Вот это вот таймеры на помпу, солевая система, лампочки. В общем, все серьезно. Так что вот так вот, вот такой заказик бахнули. Как раз проезжали здесь мимо. Решил заскочить, показать вам. Может быть, будем еще строить водопад, но это не точно. Так что все, двигаемся дальше. Ну а вы можете подписаться на этот канал, если захотите. И приходите в следующую субботу, будем смотреть новый видос. Пока. Вот это вот обыватель бассейна будет. Пока. Будешь скучать?